Привет, друзья! Если вы хотите что-то кардинально поменять в своей жизни, перейти на новый уровень, то сейчас же, прямо сейчас ответьте на три вопроса сами себе. Согласны ли вы, что все мысли материальны? Согласны ли вы, что поработав с собой, можно изменить реальность? Хотите ли вы прямо сейчас начать самостоятельно менять свою жизнь без помощи других людей? Если вы ответили на все эти вопросы «да», то это видео точно для вас. Посмотрите. Прямо сейчас я покажу вам методику саморегуляции «Мастер-кит изнутри». Сама я пользуюсь методикой уже 1,5 года, и мне очень нравится, что без помощи посторонних людей, без помощи там психологов, я могу сама повлиять на свою реальность, сама поработать с собой, изменить какие-то ситуации, решить проблемы или прийти быстрее к цели. Очень много сейчас тренеров, психологов тоже берут методику, чтобы обладать такими эффективными упражнениями, такими эффективными инструментами. А сейчас я вам покажу мастер-кит прям изнутри. То есть мы зайдем в мой личный кабинет и изнутри все посмотрим. Поэтому оставайтесь со мной. Для того, чтобы войти в мастер-кит, нужно ввести логин-пароль. Логин — это сейчас телефон. Пароль вы создаете сами. Вот вы вводите и попадаете внутрь программы. И здесь вы видите мой личный кабинет. Это мои цели. Переходим сразу в раздел обучения, потому что именно с него вы будете начинать, когда приобретете мастер-кит. Мастер-кит приобретается, его нужно купить. Первый уровень — это смена парадигмы. Этот уровень базовый. Он помогает снять чувство вины, которое вот в основном люди имеют в состоянии жертвы, и помогает находить установки, то есть парадигмы, мысли, которые мешают прийти к нужной цели, прийти к нужному доходу. Как известно, все мысли материальны. Вот Дарья в каждом видео рассказывает, как пользоваться методикой. Например, здесь она рассказывает, как проработать установку. Ее вы сначала находите, а затем прорабатываете в тренажере. Вот посмотрите, раздел «Жизнь» включает в себя тренажеры. Их много. И в первом уровне доступны 2 тренажера. Выявление установки и проработка установки. То есть вы можете выявить, что именно блокирует ваши деньги, ваши идеальные отношения, ваше здоровье. Именно в мыслях, что блокирует. Посмотрите, 2 тренажера на первом уровне. Выявление установки и установка. И дальше давайте посмотрим 2 уровень – управление реальностью. Здесь уже больше тренажеров. Ситуация, то есть вы описываете свою проблему и дальше смотрите по шагам, как ее решить. Образ, меняете целый образ чего-то, страх, обида, универсальные установки, мои желания, моя индивидуальность, мое предназначение. Это все входит во 2 уровень. Это база. Каждому человеку, я считаю, нужно иметь хотя бы 1 уровень, но лучше иметь еще 2. Вот в разделе «Тренажер» находятся тренажеры. Да? Мы сейчас смотрели обучение, где описывается, как работать с тренажерами. А здесь уже тренажеры. Вот они, те, которые входят во 2 уровень. То есть на 2 уровне проработайте страхи, обиды, сможете понять свое предназначение, открыть свои желания. Часто нам говорили, там, губу закатай, не надо желать, хотеть, и вы это все проработаете. Это все раздел «Жизнь», это именно тренажеры. До этого вы проходите короткое, очень емкое обучение. Сейчас быстро пройдемся по другим уровням. 3 уровень – снятие сопротивления. То есть вы сможете работать со страхом изменений
Четвертое – это самооценка в норме. Вы проработаете свою самооценку, вы понимаете, что это база вообще всей жизни. И пятый уровень – это выход из оценочности. Это то, к чему стремятся все религии, все-все учения, когда вы не делите людей на бедных, богатых, когда вы не оцениваете, не сравниваете ни себя, ни других. Вы – это вы, другие – это другие. Это такой уровень новый совершенно. И есть, кроме всего этого, еще сопровождения, которые вам доступны всегда, на каком уровне вы бы ни были, продлен ли у вас тренажер или нет. Вы всегда можете зайти в базу знаний и смотреть сопровождение Дарьи Трутневой. Сопровождение – это еженедельные видео от автора методики, в которых она отвечает на наши вопросы. Я помню, как первые полгода я каждую неделю задавала вопросы, и Дарья всегда отвечала или вот так вот вживую, или отвечала письменно. Это очень помогает. Кроме этой официальной части, у нас еще есть неофициальная часть, то есть наши чаты. Друг другу люди помогают. Помогают просто советом, опытом. И это очень здорово, когда вокруг тебя осознанные люди, которые не просто жалуются там, в состоянии жертвы находятся, а которые помогают решить проблему, говорят, как именно они решали. И вводят тебя в состояние осознанности, состояние счастливого человека. Вот и все. Инструмент очень простой. Думаю, вы уже поняли. Эта программа, кажется, с первого взгляда, ну как же так? В какой-то программе я научусь менять реальность. Ну, конечно же, вы ее измените не в программе, вы ее измените в жизни, да? Просто ваши действия станут эффективными. Просто вы не будете бояться делать эти действия, не будет страхов. Просто в отношениях с людьми вам будет проще. Вы не будете обижаться, вы не будете неуверенно себя чувствовать, ваша самооценка поднимется, ваша... Тут нет никакого волшебства, нет никакой волшебной палочки, нужно, конечно, с собой поработать, нужно эти инструменты освоить, применять в жизни, и тогда будут результаты. Но плюс в том, что это очень просто, доступно каждому. И я невероятно рада, что я смогла этим с вами поделиться. Скачивайте в описании демоверсию MasterKit. Вы тоже сможете также ввести свой логин, пароль, зайти в MasterKit изнутри, все посмотреть. Но чтобы пользоваться полноценно, нужно купить или первый уровень, или первый со вторым, или все уровни сразу. Смотрите варианты также на сайте MasterKit. Все будет в описании. Есть книги про методику, они тоже полезны. Они как методички по работе с собой. Поэтому тоже скачивайте. Все бесплатно. Все для вас, все бесплатно. Скачивайте и занимайтесь. Смотрите еще больше видео на эту тему на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эту информацию. И всем пока!